Трак Драйверс из Челябы. Сегодня, когда мы заехали в Казань, я прям почувствовал исторические корни. Во мне вспомнились вкусы чак-чака, которые готовила моя бабушка. Первая песня «Жора», она про то, как надо убегать от копов. И вообще, если вы ни разу не убегали от копов или охранников, значит, у вас нет сердца. Наше тело, братан! Говорили про презентацию фильма «Горячее время». Следующая наша песня тоже о временах ультранасилия, когда каждый пытался показать зубы на улице. Кто мы? Когда, бля, в воздухе летали там бутылки, кирпичи, мы проверяли друг друга. Но сегодня, я думаю, у каждого из нас есть ряд проверенных друзей, с которыми ты готов отправиться в огонь, блядь, в воду и медные трубы. Когда тебе
звонят там, не знаю, ночью и говорят, бля, братан, собирайся, поехали. И ты даже уже не спрашиваешь, что будет и как будет. Просто форма одежды спортивная и едешь. Следующая песня, кончилась музыка. Посвящается всем ребятам, которые пытаются сдохнуть, блядь, крутя педали, попасть под колеса. Потому что, блядь, правило ПДД для них это не правило. Велик. We'll be right back.
Следующая песня каждому отцу посвящается. И вообще всем тем людям, у которых, блядь, есть стержень. Они не съебываются за хорошей погодой, блядь, в другие города, а делают что-то здесь и сейчас. Спасибо. Бетонные за эту блоки. Песню. Спасибо большое за эту песню. У всех произошел такой возраст, что, блядь, каждый решил заниматься чем-то своим. И нам посыпалось до хера, блядь, советов снаружи, что так делать не надо и так нельзя. И только мы, блядь, могли собираться у костра с пацанами и все это обсуждать, и там творилась очень чудесная атмосфера. Вот про это эта песня «Аттестат». Я не верю, что ты не знаешь.
Живая правда не понимает. Поверьте, что это не было в теле. Мы не нужны все вас. Выходи в свое зеркало. Следующая песня посвящается нашему маленькому футбольному клубу ФК «Гамадрилы». Мы играем только в футбол на жопу. Тебе в этой жизни будут многие советовать, что тебе делать, блядь. Если ты понял свой путь, делай, что должен, и будь, что будет. Oh,
нет, он сломал. Я не знаю. Блядь. Еще нахуй татарские дикие, блядь. Демоны нахуй. Мы проехали уже, я не знаю, 5 или 4 или 6 городов, и впереди еще там штук 15 или 16. И в каждом городе мы находим братанов, встречаем старых друзей. Это очень приятно, что в каждом городе у меня есть братан. Следующая песня «Дом, милый дом». Когда мы делали этот альбом, у одного нашего очень близкого кореша начались проблемы с наркотиками. И мы поняли, что ни хера ему никто не может помочь, кроме себя самого. Следующая песня Рио. Thank you.
верьте, Бог не предвидит. Следующая песня «Сколько раз». Следующая песня. Когда я, короче, тут пишу Мингусу, говорю: Мингус, давай сделаем концерт. А он мне говорит: бля, да походу у нас все тут это уже никого нет, мы все состарились. Короче, чтоб, бля, я в следующий раз приехал, и у вас, блядь, титьки не отвисли от старости. Всегда молодой и вечно довольный.
Следующая песня «Космонавты». Главное — найти своих ребят. Thank you.
песня последняя. Она про 408-й москвич. В этом туре с нами его хозяин, коляс, который как дедушка бегает, который как дедушка бодрится среди молодежи. Let's go.
вечной Зоре Ахмад. И последняя из последних песен «Оставайся панком». Эй, Нигер, рэп отдыхал! Все, не хулиганим. Не ходи по дороге. Давай. Yeah.
Все, спасибо, ребята. Вас и танцуйте. Спасибо! 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 А можете для моей мамы на татарском, пожалуйста.